Это мы демонстрируем пытки. Давай помогу. О, реально больно. Мне хочется. Юна имнида. Лиза имнида. 오늘 제가 언니라서 우리 외국 친구들한테 한국 문화, 한국 전통 알려주려고 준비했습니다. 되게 재밌을 것 같은데. 오, 너무 기대합니다. 오늘 솔직히 친구들이랑 재미있는 버스로 가고 싶었는데 비가 와서 갑자기 그래서 오늘 힐링 버스 잡았습니다. 힐링. 가장 한국적인 힐링 방법으로 해보겠습니다. 오늘 비 오는 날이에요. 그래서 비 오는 날에 반드시 해야 되는 일이 뭐 있어요? 막걸리랑 가전이죠. 그래서 얘는 시원이뿐이만 저희 친구들 아직 한국 이렇게 많이 본 적이 없는데 유학생이라서 눈은 많이 본 것 같아요. 아마도 부산, 서울 그 정도? 어린이날이죠? 우와, 축하합니다. 가족 막걸리랑 먹으러 가는 길에 여기 휴게소 왔어요. 맛있는 거 먹읍시다. Я хочу одну. Это картошка? Картошка. Давайте. В Корее даже в дождь красиво. Ноги пустые. Дома рада пчё. О боже, божественно! Самая лучшая еда! Классно? У меня нет слов, ребят. По максимуму расслабляйтесь. Медитируйте. Мы вообще... Ой, смотрите, это птичка или... Это дерево. А, это дерево? Знаете, что это такое? А, это когда этот раздвигали ноги во время казни. Да. Да. Зачем ноги раздвигали? Ну, я вот. Это мы демонстрируем пытки. Давай помогу. О, реально больно. Мне хочется. Давай, ты с самой стороны меня. Ой, ой. Деньги. Деньги. Я где-то студент. Делайте это упражнение 3 раза в день, спина болеть не будет. 여러분, 여기 산주 주막이에요. 너무 예쁜 곳이고 비 오는 날에 반드시 와야 되는 곳이에요. 전통 음식과 한국 힐링 느끼기로 왔습니다. 한국에 비 오면 반드시 먹어야 되는 거 전이죠. 전 구워야죠. 애들이랑 같이 한국 음식 마세요, 저분들. 저기요, 아줌마들. 지금 인터뷰 좀 해보겠습니다. 여기 지금 다시 뭐 하시는 거예요? 스쿼드. 이게 뭐예요? 설명 좀 해주세요. 이거 비드로. 이게 비드로 물이랑 비 물입니다. 네. 우리 헬스 너무 좋아하니까 여기 헬스 하러 왔는데 지금 스쿼트입니다. 네. 드디어 자리 잡았습니다, 여러분. 자, сейчас пойдём заказ делать. Теперь у меня вопрос. Алкогольный макколи или нет? Может, свой бывает неалкогольный? А, то есть ты не ожидала, в принципе, да? Неалкогольный. А мы как будем макколи в чистую пить или с чем-то? Чистую. 저희 지금 막걸리 전이랑 기다려야 되는 권한이 그래서 이거 드리겠습니다. 그러면 이기면 뭐야? 이기면 칭찬. 네? 나. 완전히 강점을 쌓아야지.
유나! 유나! 아, 유나! 와! 유나! 와! 오! 오! Наша еда. О, оно пахнет. Хорошо пахнет. После чимика и гостя. Ого! Перекусим, да? Макали ханджа. О, вкусно, вкусно. Я уже вижу, что она масштаб. С кимчи. Она еще жареная. Да, вы там пока помера. Я там митро. Да, митро. Тупо прям вкусно. Нет, это не в Корею. Очень вкусно жить. Они не могут там долго жить, потому что не очень вкусно им там. У тебя родители дома готовят корейскую? Да. У меня сестра любит русскую еду, а я такое не очень люблю. Я только корейское люблю. Мама старается балансировать. У меня мама очень вкусно хавает. На нее смотришь и такой, тоже пойду поем. Но... Ой, я уже вижу лапшичка, то что такая, наверное, нежная. Пьёна рига бэн, это не са. Да, знаете, да, что в Корее обязательно нужно есть каджон и мокроли, когда идет дождь. Потому что звук, когда жаришь лепешку, похож на дождь. Может, ну, корейцы, кстати, тоже. У них прям очень большой культ еды. Больше, чем у нас. Ну как корейцы, они если куда-то едут, например, путешествовать, они сразу смотрят, где там врачи. Да, они в основном вот эти хатбэль, это у них еда. Мы обычно смотрим, куда реально пойти посмотреть на что-то. Да. Учан. Да. За здоровье. За здоровье. Многое. Почти все. Да, мы точно не верно. Но я вот это вот тоже в дороге где-то ела. Но оно не такое было. Ну, макали стреляют здесь в голову очень быстро. Да? Ну что, давай еще. Мы еще сейчас на приколе будем ходить. Да. Посидим, тут еще что-нибудь поделаем и опять пойдем есть. Класс! Там суп из юбки, но я докажу сразу и очень много. Ничего страшного. Фиг суп называется. С ним вдвоем ели сангитан. Один раз в жизни. Один раз. Когда я болела. А с уткой? Я просто в принципе утку не особо всегда ем. Она такая, как будто прям супер мягкая. Это Ария? Подрезающая. Она такая прям мягкая. Ой, блин, вообще супер мега сисиски. Ну, выглядит прям вкусно. Я утку на самом деле люблю меньше, чем курицу. Но это прям очень вкусно. Она очень много всего. Прям как, знаете, как в традиционной кухне. Прям снять. Это прям очень здоровая пища. Да. Да, она. Считай, без соли, без ничего готовилась. Чисто на крючках. И утку, наверное, в лесу поймали, да? Вон бегает еще, посмотри. Погода, в принципе, позволяет. Вот крыша. Мясо очень мягкое. Да. И вот эти горещи, они прям тают, как будто. Попробуйте, женщина. И вот что тебя? Да, на любителя. Вкус дерева. Заедем тут, че? Да. Прям ханяя. Да.
Я как кореец кимчи начал есть очень поздно. Мне не нравилось кимчи. Я кимчи начал есть только лет 14. И у нас же нашинское кимчи, оно другое. Ну, Лиза как ходила на мастер-класс по кимчи. Да, я готовила кимчи. Ты посвящена в рыцари. Да. Корейские. Ты как только приехала, ты сразу начала корейскую еду хорошо есть? Или как? Какие-то виды блюд, которые я не могу. Например, тофу я вообще справилась с первого раза, если у вас есть. Или вот этот вот пат. Сладкое, красное. Корейская еда, ты ее ешь, ты нажрался, через какое-то время ты опять есть хочешь. А в Казахстане, если ты традиционную еду поешь, ты наелся, ты до следующего дня вообще не голодный. Потому что там тесто. Там тяжелая пища. Да. Тяжелая пища. А в Корее она легкая почти, да. Почти вся. Ну и утка, конечно, прям... это таяла во рту. Да. Но утка, вот эти вот все запахи всегда впитала, наверное, тоже. Да. И у меня сейчас утка. Просто, но да, да, да. Мне сегодня очень понравилось, несмотря на то, что еще не закончилось. Для меня это был прям mindset changer-шки, как я сказала, день. Смотри, вот сейчас скажу. Вот, заворачивайся. Ой! Все, я теперь 100% кореец. Все. Ой, Лиза похожа на какой-то что-то из Европы. Из Звездных войн. Точно! Лея, да. Вот. Мы манты. Кстати, да, мы манты. Мы похожи, кстати. Если я сейчас лягу, я больше устану. Здесь очень классно зимой. Когда ты живым и ходишь в такую полу. Хорошо. Хорошо. Отлично. Ну, хорошо. Очень тепло. Показываем свои результаты. Мне понравилось. Мне сперва показалось, что я задохнулась. Это, кстати, мой первый раз такого рода развлечения. Все, что мы сегодня наели, мы уже выпечили. Обновленная еда. Да. Ну, именно такого рода я первый раз вижу. И, как бы, возможно, если бы прикольно, типа, подливать. Это хардкор. Или вот эти вот там всякие, добавляют же масла, чтобы пахло вкусно. Заходи, заходи, это нож! Анда! У меня все семьёшки. Хорошо.할 말이 없어요. 너 코가 엄청 빨개 지금. 봐봐, 루돌프인데 거의. 숨 쉴 수도 있는 정도예요 지금. 처음에는 그런 거 하나도 할 수가 없었어요. 왜 그때 그랬냐? 이제 저 씨는 у меня просто буквально здесь туш, если клеил мне ресницы. Не, на самом деле, я никогда не так уж и страшно.